Потопленному роду человеческому посла Сына Своего дотой Своим животом, смерти и славным воскресением, изведет всех из тьмы, возведет к свету святости, Тобою же, Евангелисте святы, начертався тайны неба и земли, да все человецы до скончания века путеводство к той святости имут, и благодарнее Тебе взывают. Радуйся, Духом Святым, просвященный Писание Его, радуйся, Феофилу, досточтимому и всем нам бесе крови Евангелия Христова и обилия. Радуйся, Богом избранный, до объявишь и тайну спасения. Пришедшу же тебе из Антиохии в Иерусалим, егда Господь Иисус Христос свое божественное семя на земли сееше, доброе зерно паде и на твое сердце, и исполнен небесные радости, воспел еси велигласно Бога человеку Христу. Аллилуйя! Зерно божественное любви принесе в тебе стократный плод, слушая Ботаго учение и чудеса зря, исполнился еси божественная мудрость и ведение, их же эллинское и египетское училище тебе не дадоша. Тем же избратья Господь среди 70 апостол и посла на проповедь благие вести о спасении рода человеческого. Мы же от Твоего святого Евангелия и ныне пьющие божественную премудрость воспеваем Те тако. Радуйся,
века вся станет за Христом Господом последовательством. Радуйся, благовестничий Господь. Радуйся, утвердитель веры Христовой. Радуйся, свидетелю Тобу и Боже, чаяму народу. Проповедайте Евангелие и чудеса совершати, с прочими апостолы и хождаше пред лицем Господа Христа, правы творя стези Его и проповедуя людям, яку в мир пришел есть прежде обетованный Мессия, Ему же все, яко Богу, отныне и до века довзывают. Аллилуйя! Последние дни земного жития Господа Иисуса Христа, егда неправедней суди и праведного судию осудиша, и на кресте того распяша, ты, святый Луко, пребывал еси в Иерусалиме, со слезами взирая, како неповинная кровь учителя твоего, излияся на грешную землю, с тобою вкупе плачуще, печалию ти глаголем. Радуйся, страдание Христа Спасителя Спеславы, радуйся, верный слуга все царя Христа, радуйся, славу Божию возвести, радуйся, лучше небесный возьми. Богоубийц же радость, обратися в печаль, чтобо вас может смерть противоисточника живота,
или возможен камень гробный удержать и камень краеугольный. Господь Твой воскресе из мертвых, и мира ветрова живот вечный. Ты же и друзи Твои тому воскресшему в радости всесильней воскликнусте, да услышит небо Аллилуйя. Тебе с Клеопою в неделю воскресения недалече в Эммаус, приближився вам Господь, идяше с вами, но аще и без сердце ваю горя, и душа трепеташе, егда то и сказывавше вам о себе, толкуя пророки и писание, его не познасте, егда же на трапезе вечерней той благослови хлеб и преломи, обе отверзостися очи ваю и уразумейсте, яко сей есть воскресы Господь, читающий та словеса во Твоем Евангелии, и ныне души наша притрепетны суть, тем же радостно Ти воспеваем. Радуйся, свидетелю Христова воскресе! Господь, спасение нашего ради основа Церковь Свою, и в день Пятидесятый по воскресении ниспосла по обетованию Духа Святаго на апостолы, им же тех запечатле, да будут непоколебими свидетели веры христианские. Ты, святый Луко, пребывал есть в Иерусалиме, купно с прочими апостолы, верно свидетельствуя Бога человека Христа, и воспевая Ему, яко истинному Богу. Аллилуйя! В Отечество Твое Антиохию направился Иси, иди же мнози христиане уже быша, но в Севастии замедлил Иси, проповедуя Евангелие спасения. Там упочиваху нетленные мощи святаго Иоанна Претечи, и, исходя оттуду, возжелал Иси Ты понести с собою, обаче тамошние христиане, не восхотевшие лишитесь таковые драгоценные святыни, тебе вручишь отокма десницу Иоаннову,
по дню же и сам Господь преклоне божественную главу в крещении, и радостно понесл Есею с собою. Мы же, девящиеся Твоей любви к святым, так о зовем Ти. Радуйся, святители, схождение Духа Святого. Сокровищем достигл еси своего отечества к радости велиих христиан антиохийских, их же прочее в Слове Божием и в радости Христова Евангелия утверждал еси и глаголя Сына Божия, Спасителя мира, чудесное деяние, я же своим очима видел еси, и наставление я же своим ушима слышал еси. Ти же, внимающий глаголом Твоим премудрым, воспеваху радостно Богу. Аллилуйя! Пребывал еси в Антиохии, донде же призвать апостол Павел, да будешь ему сотрудник и сопутник на пути Божием, тогда отправистося на проповедь Евангелия в Ладу, и святый Павел оставитя в ограде македонским Филиппе, да укрепиши и устроиши церковь, и там, о, пребывал еси лето николика, христианство проповедуя и распространяя, мы же, девящиеся труду Твоему, Тебе взываем. Радуйся, неутомимый спутничий апостола Павла, радуйся с премудрым Павлом и с правдой во учителя ясный. Поклонение и поклонение по дозволю.
Святый Павел при конце третьего апостольского путешествия, паки Филиппы посетив, послатя святый Луков Коринф, да собереше милостыню неимущим христианам Палестины, и от того часа уже не отступал еси от великого апостола, непрестанно воспевая с ним вкупе всемогущему Богу. Аллилуйя! 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 Обходя в радости вся церкви в Малой Азии и Иудее, достиг гостя Палестинского града Кесарии, и где же евреи лукавым одержими, обвиниша святаго Павла пред римской властью, обаче то и потребова, да идет на суд кесаря в Рим. Ты же тому не отступен бысть всем опасном пути, многим бедам ся подвергая на море и на суше, тем же благодар несуще, смиренно ти восклицае. Радуйся, Павлу, помощниче, за души. Аристархом и прочими Христа проповедал еси первые евреум, обаче егдати распри между собою сотвориша, неверующие вашим словесем, вы обратистеся ко язычникам, иже слышавши слово спасения Духом Святым просвещении, радостно возваша воплотившемуся Христу Господу. Аллилуйя! 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 Во время она в Риме святый Луко совершил еси его же ради избратья Бог от века, списал еси святое Евангелие в нем же, начертал еси живот и родословие Господа Иисуса Христа, яко сам видел и слышал еси, и яко слово самовидцы и слугите предаша. Всем святом послушании руководите апостол Павел, иже после жде твое святое Евангелие похвали. В Риме же и деяние апостольское списал еси по благословению апостола Павла, неведуще, как отя иначе восхвалите, возглашаем ти. Радуйся на твоем имени безбожный Божий. Благодать. Радуйся, Дон Иисус.
Два лета в темнице томивайся, Павел апостол, от уз освобожден быв, течей из Рима, да обыдет прежде основанные церкви, и ты, святый Луко, яко верный спутник, в том пути тому последовал еси. Егда же Нерон в Риме жестокое гонение на христиан воздвиже, возвратистося оба паки, да ободрите и укрепите гонимую церковь. Я же и в слезах, и в крови радостно воспеваше Богу. Аллилуйя! Тогда в возбешении безбожницы схватиша апостола Павла и оковами того оковаша, ты же, святый Луко, и прочее тому верно и неотступно спребывал еси, егда же учитель твой мученически предаваше чистую свою душу Господу, со слезами тому внимал еси, соболезнующе боли твоей, смиренно поемти. Радуйся, я поедин апостола Павла, узов не оставились. Радуйся, мученицы, скрывающие на великого Павла Витерии. Радуйся, он радует на прогрессе Павла последнего. Радуйся, Богу мудрый Павла, возведа на проповедал еси Христа в Италии, Далмате и Галлии, сугубо же в Македонии и Ахаии, и всюду мрак безбожия разгнал еси, люди научая да токма Богу живому и истинному восклицают «Аллилуйя!» Твоей в Египет потекал еси, проповедати благую весть о спасении в Господе Иисусе Христе. Проповедуя же многое мучение претерпел еси, и множество подвигов совершил еси. Возвратився же в Элладу, церковь устроял еси, священники и диаконы рукополагая, и болящих телом и душею исцеляя, тем же радостно ти взываем. Радуйся, яко тело Христово, церкви святую устроял еси, радуйся за виновного огне, радуйся пути водителю нашу небеси, радуйся древо доброе, многим плод принесшее, радуйся награду за благовестие, царствие небесное воскресенье.
егда же бети лет 84, злобни идолопоклонницы умучишь отя креста Господа ради, и обесиша на древе масличне в фивах биотийских, и где же и мощи твои святые погребенны быша, предав же душу твою святую ангелам, и же вознесоша юка Господу, ему же так уверно чистым своим житием послужил еси, ты и во оном свете воспевал еси Господу. Аллилуйя! Святые Твоя и чудотворные мощи многих исцеляку, наипаче же очима болящих, слышав сие, царь Констанции торжественно принесет Тые в Царьград, един же от евнух тяжко боляй, об их прибытии уведев, принесен бысть на ложе, краце с Твоими мощами, и поклонився им, и с глубокою верою раки коснувся, от того часа совершенно здрав бысть, в радости же со иными мощи подъят, и положенны быша сия под святою трапезою у мощей святых апостолов Андрея и Тимофея, тем же ти взываем. Радуйся, я твой на твоем ученичестве, крови церковь Христова созыв. Святый Луко, но и Евангелие во образе христианам Бо тогда изволившим, живописал еси три иконы преблагаго лика Матери Божия, их же та и благослови рекши, благодать родшегося от меня, и моя милость сими иконами да пребудет, безмерно благодар несуще, яко и нас удостои благоговейно дивитися лепоти и я сына радостно премудрому Господу взываем. Аллилуйя! 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 Где святый Луко живописал еси на досках и иконы святых апостолов Петра и Павла, и тако положил еси начало и основание дивному и богоугодному делу писания святых икон во славу Божию, Пресвятые Богородицы и всех святых,
Я же днесь благолепно Церкви Божия украшают, и ко спасению призывают всех благоговейно их почитающих. Благодар несуще о всем тобою нам дарованном сокровище тебе восклицаем. Радость евангельской тайны Бога. Спроси нам у Господа Бога Иисуса Христа, Ему же тако неустанно служил еси, и от Него же великую милость ожал еси, прощение всех согрешений наших, мирную и тихую кончину жития и непреткновенно прихождение в мир духовный, и те же всерадостно воспевают небесную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О святый евангелисте и апостоле Луко, трубо небесная, прими сия косноязычная наша словеса яко молитву, и спроси нам у Господа Бога Иисуса Христа, Ему же тако неустанно служил еси, и от Него же великую милость ожал еси, прощение всех согрешений наших, мирную и тихую кончину жития, и непреткновенно прихождение в мир духовный, и те же всерадостно воспевают небесную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О святый евангелист, и апостоле Луко, трубо небесная, прими сия косноязычная наша словеса яко молитву, и спроси нам у Господа Бога Иисуса Христа, Ему же тако неустанно служил еси, и от Него же великую милость ожал еси, прощение всех согрешений наших, мирную и тихую кончину жития и непреткновенно прихождение в мир духовный, и те же всерадостно воспевают небесную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя!
милостивый Господь во гресе потопленному роду человеческому посла Сына Своего, да той Своим животом смерти и славным воскресением, изведет сих из тьмы и возведет к свету святости. Тобою же, Евангелисте святый, начерта вся тайны неба и земли, да все человецы до скончания века путеводство к той святости имут, и благодарнее Тебе взывают. Радуйся, Духом Святым, просвященный Писание Его. Стоишь и свет Евангелия Христова.